На журфаке поднялся настоящий информационный шторм, или даже штурм, с захватом декана, ловлей крупных акул-пера и посвящением в пираты. Свой 7-й день рождения факультет журналистики отметил в морском стиле. Студенты-пираты показали всем, как не утонуть в бесконечном потоке информации и удержаться на плаву в самых непростых ситуациях. Ловите! Можно веселиться, радоваться, петь, плясать. Сегодня обещает быть жарко, море эмоций. Мы все такие морские. Студенты журфака, как настоящие пираты, и впрямь решили похулиганить. Они буквально вылавливали именитых гостей на сцену и отпускали обратно только после хитрых испытаний. Но почетные друзья журфака, по-видимому, только рады. И мы восхищаемся вашим творческим потенциалом, вашим заделом. Тем, что вы сегодня умеете профессионально работать в информационном пространстве, профессионально умеете нас развлекать и дарить это хорошее настроение. За что вам? Ну, спасибо! Журфак сегодня – это не только креативные студенты, но и безбрежный океан возможностей, которые открываются перед нами благодаря новейшей технической базе, функционирующей на факультете. Даже не в каждой редакции сейчас можно встретить то оборудование и те технические возможности, которые предоставляет журфак. И в этом смысле, конечно, он идет вперед с самой медиаиндустрией. В этот день факультет журналистики поздравляли творческие коллективы вуза, преподаватели, выпускники. Чествовали в день рождения и новобранцев журфака, первокурсников, которые, кстати, дали во всеуслышание торжественную клятву. Я студент, я первый курс, я торжественно клянусь, что с журфаком подружусь, трудностей не побоюсь. Я клянусь! Песни, танцы, море позитивного настроения и незабываемые эмоции 7-го дня рождения в очередной раз доказали всем собравшимся одну простую истину.